Привет-привет. Этот канал превратился в канал распаковок, анбоксингов. Пришла вот такая посылка. Сейчас ее вскрою. Нож. Пришли такие ленты Дирфос, делает завод Корунд, дам ссылку. Я так понимаю, завод работает там в промышленных масштабах. Там есть представитель Михаил, оставлю адрес его электронной почты, если у кого будет интерес сделать, например, для своей шлифмашины абразивные ленты, то можно обратиться, я так понимаю. Там, конечно, удовольствие не из дешевых, но кто хочет иметь нормальный инструмент для работы, то в принципе можно, я так понимаю, любых размеров нарезать. Там какая-то сумма есть определенная, минимальная. Ну вот, не помню. Но у меня больше 5000 рублей. Поэтому там я не знаю, какая сумма, это надо уточнять. А, было у меня недавно видео про то, как я сделал такой а-ля гриндер из шлифмашины. Конечно, там резонные замечания, что это не гриндер надо. Если работать на гриндере, нужен гриндер. Все полностью разделяю это мнение. А, но у меня основной инструмент — это шлифмашина. Я шлифмашиной пользуюсь на даче для разных задач. На даче для разных задач. Поэтому для меня это более актуальный инструмент. Вот. А гриндер — это так. Вот. Там тоже кто-то интересовался, а как я на нем работаю. Сейчас как раз мне там лежит тяпка Фокина здоровая, которая не пришла себе ко двору. Немного. Ее придется укоротить. Можно будет. Ну, либо фото там приложу, либо, может быть, видео даже какое-нибудь запишу. А так, в принципе, я делаю периодически разный инструмент. Там штифели. Резцы разные, из разных, скажем так, материалов там. Там из бритв старых, опасных. В общем, мне хватает вполне возможностей шлифмашины по обработке материалов. Да, кстати, если у кого-то есть какие-то, не знаю, может быть, ссылки на производителей или там на магазины, которые делают шлиф ленты по, ну, для обработки металла, стали, и для шлиф машин, потому что все, что продается там в всяких Аби и Люрамерленах, оно все по древесине и очень все такого достаточно посредственного качества. Если как бы есть, ну, что-то на рынке, то, наверное, это будет полезно и мне там, и для тех, кто, может быть, это будет смотреть. Вот. Да, еще вот тут фетр для полировки тоже на пробу взял. Вот, в общем, как-то так. Дальше там прикреплю либо фото, либо видео. Всем привет. Вот две тяпки, большая не используется толком, говорят, неудобно. Сейчас я вот ее отмахаю болгаркой и, в принципе, надо будет восстановить фаску здесь, сделать, ну и заточить. Ну, вот отрезанный болгаркой кусок. И дальше потом все, что испохабили болгаркой, сняли 80-й лентой на вот этом импровизированном гриндере. Сейчас буду делать фаску. Ну и дальше потом уже заточу. И поставлю обратно на палку. Ну вот фаска 80-й лентой без выхода на кромку. Следующий 180-й, сейчас полностью ее обработаю. И в принципе все. Вот краткая история
изготовления кепки Фокина. Вот видно, как грызет сталюку. Какая-то минимальная закалка какая-то, видно, присутствует. Вот, вот видно все. Так что как-то вот так работа на таком вот устройстве. Конечно, с рук снимать я не буду, как этот, его использую. Ну, вроде все понятно. Ну и напоследок, как раз приспособление для спусков использовалось для того, чтобы снять заточную фаску. Без всяких изысков, вот один болт руками придерживается. На небольших оборотах по всей плоскости прошелся, сформировал заточную фаску.